Приветствуем вас, здравствуйте. Сегодня 9 апреля, Одесса. Мы на морском берегу. Очень хорошая погода, но ветреность. В центре города ветра такого нет, а здесь на побережье очень ветрено. Надеемся, нас слышно. Вчера у нас очень такой был уже под вечер, тревожный. Слышали канонаду. Кто-то более сильно, кто-то менее, смотря в каком районе города находится. Ну, ночь прошла спокойно. Сегодня многие одесситы вышли, прогуливаются к морю. А так у нас пока все как в обыденной жизни. Кто-то с собачками вот гуляет, кто-то с детками. Погода хорошая. К морю близко не подходим. Вы спрашивали? Нельзя. Вот мы гуляем сверху, можем любоваться. И новости, что мы еще не рассказывали. На французском бульваре открылся ботанический сад. Посетить могут все, работают с 9 до 3 касса. Можно купить билеты, и до 5 работает ботанический сад. Ну, постепенно мы вам не только рассказываем, что у нас все магазины открыты, базары, но уже мы можем где-то... Мы культурные такие мероприятия. Это очень радует, потому что только если ходить в магазин, то это, конечно, очень угнетает. Угнетает, да, и финансово. Да, и слушать воздушную тревогу. Вот так вот даже к морю пойти, или если откроют... Зоопарк работает, да. Ботанический сад работает. Уже есть где прогуляться. Да, он все постепенно открывается. И теплее становится, уже хочется больше прогуливаться по воздуху. На этом вам скажем пока-пока. Передали вам морской соленый привет из Одессы. До новых встреч!